пожаловать! Наш сегодняшний гость... Здравствуйте! И добро пожаловать на канал Дигидорио. А мы продолжаем замечательное прохождение такой замечательной игры, как Resident Evil 2 ремейк. Да. Я все еще сыкуюсь в нее играть. Мне страшно, мне очень страшно. Но, что поделать, начали, пройдем до конца. Блять, мне обязательно сюда идти. Блять, по-моему, где-то тут я должен быть Лизунеру. Если я все правильно помню. Так, и насколько я правильно понимаю, вот поиск завершен. Да, значит, искать нам тут ничего не придет. Говорит птица 73, вытащить вас. Лечу до восток к реке. Сяду на участок. Минут. Повторяю, сяду. Угу. Я вас понял. Ты встанешь? Блять, ну он же встанет. Сука, надо внимательней и лучше целиться. Ты ему пизда, надо было сразу ему в бушку стрелять, сука, но я боюсь пойти. Какого хрена? Фу. Блин, я хотел уже назад обернуться. Твою мать. Ебутся кони в ушах, зомби так не умеют. Это по-любому лизун какой-нибудь. Блять, ну он встанет? Ты встанешь? Блять, сохраниться бы. Я бы ему в бошку прострелил. Блять, почему эта игра такая страшная? Мне кто-нибудь объяснит? Так, ключик. Погоди. Ага, хорошо. Едем дальше. Потом на обратном пути они на нас насядут, да? Этот момент можно чем-нибудь закрыть, нет? Да, скорее всего, какими-нибудь досками потом это все можно будет сделать. Чего у тебя по здоровью? Внимание. Блин. А должна быть, по идее, опасность, да? Когда уже все пиздец. И красненьким гореть. А пока не так страшно. Куда нам вообще идти? Здесь у нас заперто. Здесь нужно заколотить окошко. Идем спокойно пока вперед. Бегать не очень хочется. Да и страшно. Сука, она же выломает, да? Блять, ну выломает. По-любому. Блять. Так, тихо. Ай, блять, в сиську попал. В голову целиться нужно. Блять, ты ж хули такая неудобная. Пиздец. Почему у нее башка не взрывается? Она взорвется? Что я сделал? Нахер я это сделал? Сейчас, подождите, я так не могу, я должен это переиграть. Так получилось, что я случайно загрузился с того момента, где мы вытаскивали чувака и где он остался без ног. Но я подумал, а почему нет, попробую. И вот как получилось. Вот тот чувак, который нам врывается через дверь, что-то, я не знаю, сработал какой-то крит. И я убил его с одного патрона в голову, представьте себе. А остальных всех я смог оббежать. В итоге я смог как-то сэкономить львиную долю патронов. И теперь у меня, помимо того, что полный боезапас на 12, плюс еще 9 патронов есть в запасе. Вот так вот. Я не знаю, как так вышло, как так получилось. Сейчас будем действовать аккуратнее и внимательнее против этой тетки. Давай, вот она. Но она, я так понял, не сохраняется. Почему здесь нельзя сохраняться? Почему только вот за этой херни? Она же ворвется, да? Это никак не заколотить. Я пройду, она вырвется. Ну так и будет, да? Блин, это неудобно. Без автоприцеливашки. Ладно, давайте. Раз. Тихо. Все, это крайний раз, когда я до сюда дошел, что будет,
что будет. Сколько потратим. Но я буду стараться лучше стрелять и лучше прицеливаться, блин. На. Так. Блять, сука, ты бесишь меня. Тварь. И вставай, пожалуйста. Блять, ненавижу играть в это, у меня по-другому никак не получится. Упади. Просто упади. Да ты издеваешься надо мной, сколько на тебя нужно патронов? Я 8 патронов на тебя потратил, падла. Пожалуйста, скажи мне, что ты не встанешь. У меня осталось всего 13 патронов, ебал. Я урву вот эту игру. Я не хочу уже это играть, проходить. Мне страшно, я боюсь. Тут вечно будет не хватать патронов. Я знаю такие... Твою мать, я сюда не хочу. Закройся. Что тут вообще? Командный пункт, сука. Только сюда и надо, да? Блять, сука. Сети будут точно не по часу, минут по 40-50 максимум, потому что я не выдержу подряд играть в эту. Я просто не выдержу. Поберегите мое здоровье, спасибо. Тут страшно. Объединить. Хорошо. Это минимум один зомби плюс можно убить. А их может надо с чем-то сжигать? Я помню, где-то как-то можно в какой-то игре было сжигать трупаки. А что о событиях? 25 сентября. Переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. 25 сентября. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. Чего, блядь? 26 сентября. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели скрыться за аварийными ограждениями, но мы в осаде, и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября. Где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось совсем мало. Все катится. К черту, Дэвид Форд. Ой, блядь. Я бы, наверное, лучше в оригинал поиграл, честно говоря. Карта первого этажа. П-участок. Ага. Я вас понял, я вас услышал. Это весь первый этаж, да? Допустим. Хорошо. Могли бы сразу предметики показать. Больше тут ничего нету. Что это? Вернись обратно. Это куда? А зачем нам сюда? Ты точно хочешь сюда? Я не хочу. Вернись обратно. Слезь. Молодец, хороший мальчик. Пух, блядь. Как же это все? Болторез нужен. Ладно. Ладно, ладно. Я вас понял. Я вас услышал. Я не хотел. Вы меня заставляете. Почему я должен это делать? Я не знаю. Блядь. Присядь. Спрячься. Это кто такой? Ты кто? Объединить. Спасибо. Так. Ой, блядь, хрен же попаду, да? Блядь, сейчас. Дядя, идиот. Кретин. Он жирный какой-то, боже. Ты что такой жирный? Так, сейчас попадаю? Я не очень люблю шутеры, шутеры это не мое. Мое это пошаговые стратегии, вот это вообще идеально. Ну и соус-лайки. Тихо. Ага. Допустим. Блять, станет же. Подождем, пока станет. Или не будем ждать? Я хочу проверить один моментик, ну-ка. Так, я просто узнал один момент, как немножечко облегчить себе игру, и вот эти вот твари, они постоянно живут, и поэтому лучше их, блять, вот так вот. Блевать, блять. Как неудобно целиться. Вот жирный по-любому будет вставать. Ему нужно... Бошку снести будет хорошо. Сука, что же он такой живучий? Ну сдохни, ну пожалуйста. Ну. Я тебя умоляю.
Почему? Это так сложно. Что у меня вообще по заряду? Я не хочу, чтобы он встал. Просто не хочу. Помри, пожалуйста. Сколько мне тебя еще бить? Этот жирный, он ужасный. Он по-любому жесткий. Распластай себе уже бошку, пожалуйста. Блять. Давай. Ну давай. Я боюсь врагов, которые встают. Я это ненавижу. Мне страшно от этого становится. Блять, сколько его еще рубить? Мне сказали, что они так убиваются. Неужели мне наврали? Если я сейчас простру нож, я офигею. Блять. В голову. Пожалуйста. 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 Ну давай. Ёп. Зачем он вперед подходит? Да ёб твою дивизию. А? Давай. Что это был за звук? Он мне не нравится. Он умер? Или нет? Или да? Или нет? Не похоже. Блять. Будем рубить сейчас его до последнего. Давай. Вы можете этот момент спокойно взять, перемотать. Что это? Что это значит? Блять, нож сломался. Пиздец, нахер я это сделал? Я ему руку отрубил. Нахера? Я ему обе руки отрубил. Нахера? А башка целая, блин. Мне это не нравится. Ладно, куда мне нужно? Так, там у нас впереди тупик, да? Куда идти, непонятно. Ладно, давайте вперед. Допустим. Ты куда ломился и зачем? Объяснишь? Патроны есть? Патроны есть. Закрыто, хорошо. Допустим. Ладно, не буду уже переигрывать. Кто-нибудь есть? Опа. Опа, патроны для дробовика. Допустим. Weapon Locker. Понял, а что это? Патроны для дробовика. Допустим, у нас будет тут дробовик когда-нибудь. 109. Твою мать. Это тот жирный? Не дай бог, это тот жирный. Нет, это не жир. Сука. Да вы издеваетесь надо мной! I can do this. Что ты сказал, я не понял. Тихо. Пиздец. Как мне в это играть? Просто это жопа, это задница. Это просто задница. Так, 109, допустим, да? 109. Enter. Хорошо. Надо пойти взять. Патрончики, отлично. Так, 109. 106. 103, 102. 109, 106, 103, 102. 103 нету. 106. Угу. Назад. А может получится? Нет, нельзя. Ладно, давайте этот момент заберем. Что это вообще? Что это? Пленка. Куда она? Зачем она? Я не знаю. Ладно, пригодится. Так, 202 не получится. А, ну 200 вообще не получится. Двоечки-то нету. Печально. Что это? Записка политех кладовой. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш.
Предполагаю. А, предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю, кто ты, ублюдок. Кто еще мог так обосраться? Все. А там нужна карточка, да? Для дробовичка нужна карточка, я понял. Дурака кусок. Блять. Ой, сука, придурочное животное. Ты валяешься? Стоять. Fuck you. Fuck you. Этот валяется. Блять, да почему мне так страшно? Блять, этот встанет. Тут что-то где-то есть. Патроны, отлично, объединили, допустим. Какая у меня вообще задача? Найти 3 медальона. Угу, спасибо. Очень любезно. Порох. Хорошо. Использование пороха. Патрон для пистолета, порох X2. Патрон для дробовика, порох плюс высококачественный порох. Патрон для револьвера, высококачественный порох. Порох X2. В участке осталось мало патронов, поэтому используйте весь порох, что найдете. Разные типы оружия используют разные патроны. Поэтому следите за тем, что... то, с чем соединять, иначе не получите нужного результата. Хорошо. Чё это? Прочти. Отчет об операции. 28 сентября, 2:30. Нас осталось всего 4. У нас нет оружия, нет патронов. А постоянные стычки измотали нас физически и психологически. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предположила бежать через канализацию. Кажется, под участком есть тоннель, оставшийся в наследство от музея. Тогда ее идея показалась здорово, но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем, существует тоннель или нет. К тому же в канализации могут быть зомби. Но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот тоннель. Хорошо. Это что? Первое здание для новичков. Леон С. Кеннеди, твое первое здание будет особенно важным и сложным. Твоя задача открыть ящик своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. В виде буквы в порядке расположения наших рабочих мест. На столе 2 замка, по одному с каждой стороны. Открой оба. Что? На столе 2 замка, с одной стороны. Открыть ящик, ключ к успеху в первых буквах наших имен. Иными словами, твое первое задание запомнить имена других офицеров, но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леон. Кстати, не обещаю, что Скотт сходу даст тебе четкий ответ. Нацарапанное между кровавыми разводами. Радуйся, что тебя здесь нет, новичок. Ага. Имена. Дэвид Форд. Эллиот Эдвард. И... А ты кто? Нейл Карлс. Короче, С... Сев. Ну-ка, пробуй. Давай. Где С? Боже. Мне кажется, я под кругу иду. А тут есть Е? Есть. А где С? Что-то не так сделал, да? Дэвид Форд. Так, стоп, где? Эдвард. И Карлсен. Карлсен, блядь. Там есть еще Нейл. Может, Н попробовать? Давайте попробуем Н. Неправильно. Может, тогда Фен наоборот? Тут есть F? Тут нет F. И C нету. Блять. Может, тогда тут сев попробовать? А, не однотипные, да? Херово.
Звуки какие-то странные, страшные. Так. Марвин Бренах. Рита Филлипс. Ты кто? Кто ты? Чудовище. На. Подожди. Блять. Сколько патрона еще на тебя кучу тратить? Почему тут так четко, блять, прицел идет? У меня ножа нет. Сука. Сев. Сев. Тебя как зовут? Блять, как тебя зовут? Не пойму. Не пойму. Стульчик подвинул. Так, может, режимом этого, того самого, да? Так, Бранах и Филлипс. БП. Б. Так не идет. Б. Где Б? Я не вижу ёбаный Б. Она тут что ли где-то? Может наоборот? Тут есть Б? Вот Б. П. А. Ф. Е. Д. С. Б. Блять, и тут Б есть. Тогда так попробовать. Тут П, по идее, тогда должна быть. Если по порядку идти. Б. Ф. Блять, где эта записка ебучая? Так. Так, особенно сложно. Наших имен, блять, не фамилий, имен. Нейл. Эллиот. Не. Нед. Нужно Нед, да? Ну-ка. Нет. Не туда. Первый взлом, спасибо. Так, а тут получается. М. Марвин. Р. Рита. М. А. М. А. Тут нету А. А, Р. Так, а остальное Ритер. Почему А? Почему я думал, что А? Вот, Г. Ой. Большой магазин Матильда. Спасибо. А можно сразу это как-то дело объединить? А, объединить? Нет, давайте сначала почитаем. Деталь Матильды увеличивает емкость магазина до 24 патронов и сокращает время перезарядки. Отлично. Порох стандартного образца из двух чепоток может создать патроны для пистолета. Так, мне зачем объединить? Матильда, приз получен. Замечательно. У меня как будто появились патроны на нее. Ладно. А, может, обойма заряжена была? Блядь, это тоже встанет, сука, я не хочу. Вставай, ёбаный шашлык. И кодовый замок, конечно. Иначе и быть не могло, да? Так, куда идти? А здесь тупик? Ай, блядь, это потом... Нужно будет найти ключик и выйти отсюда. А пока что просто идем по съемам, да? А правильно понимаю? Тут ничего нету?
Почему эта игра такая тяжелая? В моральном смысле. Так, фотолаборатория, тут мы еще не... А, нет, стоп, это... Тут тупик. Мы назад можем так вернуться, а можем, наверное, пройти сюда на фотолабораторию, да? И что, ну давайте пойдем, что нет-то? Но все равно искать, рыскать надо. Ты один? Так. Все, нужно делать четко. Так, сейчас. Ага. Сейчас. Блять! Твою мать. Почему у вас двое? Сейчас. Отлично. Сейчас. Тихо. Выстрел. Отлично. Замечательно. Хорошо. Так, тут у нас лестница и... Блять! Сука, нахуй ты встаешь? Кто тебя просил? Тебя об этом не просили? Блять! Сука, паника пошла. Сейчас. Блять, 3 лишних патрона, это плохо. О, доски. Можно было успеть взять доски, сука. Аптечка. А я могу их, да, объединить сразу в хорошую? Смесь трав ЗЗЗ. Смесь 3 зеленых трав полностью восстанавливает запас здоровья. Отлично. Это когда вот с момента опасность можно будет сделать, да? Фотолаб. Лекарственные свойства трав. Люди испокон веков использовали травы для лечения недугов и болезней. В этой книге мы рассмотрим 3 травы, растущие в горах Арклей. Зеленая трава излечивает обычные раны, а синяя часто используется в качестве противоядия. Что же касается красной травы, то она красива, но не обладает никакими лечебными свойствами. Во всяком случае, так считалось и ранее. Известно, что соединив травы, можно получить мощные травянистые смеси. Однако лишь недавно стало ясно, какую роль в этом процессе играет красная трава. Согласно восточной медицине, смесь из синей и красной трав улучшает общее физическое состояние. Воистину, мы только что начали раскрывать потенциал этих трав и их лекарственные свойства, без сомнения. Чтобы узнать все их секреты, нам потребуются дополнительные исследования. Ой, это печатная машинка, да? А это что? Фонарик. Красная трава. Хорошо, взяли. В фильме представлены доказательства. Не пропустите. В каком фильме? Что за фильм? Что? Что, краник? Что тут? Для чего это? А, тут... А, фотки какие-то проявлять надо, да? Блять. А тут есть ящички? Ящички есть. Прекрасно. Я думаю, мы можем пока порох сюда сложить. Можем сложить даже 2 аптечки. Надеюсь, я не пожалею пленку. А, подожди. С не какой-то там пленкой. Надо пленку обнародовать, да? Использовать. Памятная фотография. И все? А, типа, король с предметиками. Хорошо. Я думаю, потом мы об этом поймем. Зачем я сюда шел, я не знаю. Что-нибудь еще положим? Нет. Это вот так долго мы шли до следующего сохранения. Да? Да. Все, я не могу. Продолжать будем, ребят, в следующей серии, потому что я правда, я как-то это. Мне нужно привыкнуть к этой игре. Поэтому пока что. Спасибо за просмотр. Ой, блядь. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, соответственно, дизлайки, подписывайтесь на ВК, плейлайк, бусти телеграм-канал, еще раз всем огромное спасибо, чувак, пока.